Я нашел самое большущее количество круглых ям в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбэк. Я нашел что-то необычное в Майнкрафте, ведь это круглые ямы. Во-первых, а во-вторых, их здесь очень много. С разными интересными персонажами. Давайте на них взглянем. Здесь у нас Суперкот, это Скибиди Туалет, Добрый Соник, Лунтик, Скибиди Джимен, Миньон Девочка, это у нас Пикер Вумен, Оранжевые и Синие, Радужные Друзья. Ну что ж, давайте начинать. У каждого из них есть разноцветные вот такие свои круглые ямы, которые ведут нас в какое-то иное измерение. Давайте выберем сейчас из них какого-то персонажа, и я предлагаю отправиться к вот этой маленькой девочке-миньонше. Ну что ж, погнали! Огромный синий радужный друг! Давай с тобой подеремся! Иди сюда! Вот там водички посиди! Ха-ха! Тут много радужных друзей. Че, решили все на меня нападать, что ли? Друзья, нам надо всех победить, всех этих монстриков. Ну, получайте, давайте. Ух, там много интересных испытаний. Сейчас я до вас доберусь. Посмотрим, что вы мне тут такого интересного придумали. На тебе, синий. Ай, подожди. Да что ж вы сразу вдвоем-то нападаете? Я такому не готов. Ладно, возьмем, наверное, пулемет и пойдем сразу двоих бить. Отлично, с синим справились, и остался фиолетовый. Хорошо, друзья мои. Так, что здесь? Может, тут секретный ключик какой-то есть? Так, смотрите, для того, чтобы пройти дальше, мне нужно открыть эту золотую дверь. Эй, а мне не выпал никакой ры... Кто меня бьет? Это что такое? Ребята, смотрите, эти розовые листья какие-то колючие, что ли? Да колючки, смотрите, я получаю урон от них. Ничего себе, прикольно. Так, может где-то под водой? Да, ребят, я нашел какой-то секретный, вон такой вот, тайник прям под водой и нашел в нем рычаг. Шикарно. Откроем, ребята, эту дверь и попробуем пройти дальше. Так, оранжевый, пусти меня, пожалуйста. Он меня выталкивает. Он не дает мне возможности пройти дальше. Я хочу на следующее испытание пройти. Отлично. Здравствуйте, как поживаете, монстры? Мороженчик. Эй, мороженку мне сделаешь, пожалуйста? Да, я люблю мороженое. Ну, пожалуйста, ну, одно. Мне только одно надо, пломбирное. Ах ты, ладно. Можешь и клубничное завернуть. Эх, ладно, придется справиться с тобой, мороженчик. Я ж думал, ты будешь хороший, и мы с тобой мороженое поедим. Ладно, как знаешь. Попробуем сейчас пройти вот отсюда. Тут какой-то лабиринтик, но в принципе он легкий, потому что он всего в один блок. Ха-ха, перелезть-то не можешь, да? Это забор из листвы, и даже я на него запрыгнуть не могу. Ну и монстры, соответственно, перепрыгнуть ко мне тоже. Эй, повар-обезьяна! А я могу тебя бить, понял? А ты меня достать не сможешь. Вот это, кстати, удобная штука. Так, ну-ка, давай-ка его победим. А как до них вообще добраться-то? С какой стороны? Вот отсюда, наверное, да? Так, повар-обезьяна. Ой, а вот теперь я подошел слишком быстро, и он... А, ребят, он... я близко к нему подошел, он может на меня напасть. Так, здесь у нас тупик. Нам надо с этой стороны обойти. Слушайте, прикольный лабиринт, мне понравилось проходить. Хоть я и вижу все сверху, да, куда идти, но довольно интересное испытание. Так, Бан-Бан, ты меня там ждешь, что ли? Сейчас я к тебе заберусь. Ай, ты что скидываешь? Я тебе что плохого сделал? Вот все монстры такие. Я надеюсь, мы здесь встретим сегодня добрых персонажей. Все-таки хотелось бы с кем-то сегодня увидеться из кого-то доброго, да? Надеюсь, не только всякие Скибиди Туалеты и другие монстры. Так, ну давайте, подходите все по одному. Я что, думаете, вас боюсь, что ли? Я вас всех сейчас одолею. Вот так вот. О, там Джимен, ребята, смотрите. У него желтые страшные глаза. Так, подожди, отстань от меня. Сейчас мы их тут всех победим. Отлично, и тебя тоже. Отлично. Так, а как пройти дальше? Здесь еще много интересных персонажей. Вон, бабка Гренни стоит с дубинкой, ждет меня, пока я к ней приду. Бабка Гренни, я что, по твоему мнению, совсем глупый, что ли? Чтоб на тебя с дубинкой лезть. Так, чтобы это перелезть, нам нужны какие-то блоки. Видите, здесь у нас забор-то высокий. Стоп, подождите, там еще одна дверь. А как до нее добраться? А, можно по ступенькам пропрыгнуть, можно... О, вот с этой стороны, давайте здесь пройдем, потому что здесь у нас ступеньки полегче проходятся. Там вон мне прыгать бы пришлось, а здесь они просто, видите, можно пробежаться быстренько. Отлично, и мы можем пройти в эту дверь. Ух ты, здесь у нас лава с шипами, туда лучше не падать. О, алмазные шлемы по краям.
Так, давайте-ка мы, наверное, точку возрождения здесь поставим, чтобы не упасть вниз и не оказаться где-то не знаю где. Так, стоп, там что, добрая девушка-миньон? Давайте-ка сейчас мы ее спасем, попробуем. Только сперва надо вот этих вот монстриков поскидывать. Такс, эй ты, Джимен, давай, иди отсюда. Отлично, с ним справились. Вот мы и оказались по другую сторону от этого забора. И теперь можем проходить все эти испытания. Только надо быть осторожней, чтобы вот эта бабка Гренни меня своей дубинкой вниз не скинула. Так, привет, как поживаешь? У тебя зубы кривые. Давай-ка ты лети вниз. Вот, да, туда мне падать точно нельзя. Вы посмотрите, она огромный урон получает. И все, бабки Гренни нет. Мы ее победили. С монстром справились, это значит, что можем отправляться дальше. Так, монстров здесь больше нет. Нам нужно только спасти вот эту вот... тетю Миньоншу, да, это у нас девушка Миньон. Так, вот этот, надеюсь, мне не помешает. Отлично, давайте мы сейчас тогда паутину всю сломаем и перепрыгнем сюда. Здравствуйте. А, привет, зомбак! Ты пришел наконец-то за мной! Спасибо большое! Да, конечно, я всегда рад помочь добрым персонажам. Вы ведь у нас добрые, давайте-ка мы ее возьмем с собой и попробуем вернуться обратно. Слушайте, я горд собой, потому что я прошел вот такой вот паркур. Да, скажете, легкий, но я прошел его с первой попытки. Я молодец, потому что я обычно всегда падаю вниз, как вы знаете. Так, ну что, вам лучше остаться здесь, потому что дальше еще много монстров, вам туда лучше не идти. Так, а мы пойдем дальше, потому что мне нужно справляться и драться с каждым из них. Эй, ты, да стой, человек, за окном, подожди, я еще не готов к битве с тобой. Мне надо хотя бы потренироваться на вот этих трубоголовых. А, все, я тебя победил, ты был легчайшим. Так, подождите, там кто-то есть, это Соник, ребята. И Лунтик, надо их обязательно спасти. Так, давайте откроем. Привет, Лунтик. Да, здорово, зомбак, спасибо. Да как, не за что, вы что такие радостные? Хорошо, давайте еще Соника тоже спасем отсюда. Привет, Соник, погнали со мной. Да, конечно, зомбак. Привет, а Тейлза не видел? Нет, Тейлза я здесь не видел. Только вот тетю Миньоншу, Лунтика и тебя. Так, ладно, что у вас тут в сундуках вообще находится? Пустые сундуки, даже ничего не положили, так неинтересно. Так, а вот дверь-то как открыть? Эй, ребят, вы знаете, как открыть дверь? Ну да, где-то здесь рычаг спрятали. Где рычаг спрятали? Мне еще его искать, да, надо? Так, ладно, хорошо. Может, в одном из сундуков все-таки есть рычаг? Так, нам нужно подумать, где здесь может находиться рычаг. Так, может наверху? Или куда мне забраться, ребят? Где найти этот рычаг? Мне нужно как-то открыть вот эту дверь. Для этого нужно проверить. Может, в мусорке где-то лежит? Так, в сундуках пусто. У Соника и у Лунтика я уже спросил, у них тоже нет. Слушайте, у меня есть отличная идея. А что если мы просто сломаем стекло и обойдем здесь? Я не знаю, ребят, если честно, где находится... Стоп, подождите. Рычаг! Я думал, просто отсюда смотришь, думаешь, ну до верха не добраться. Оказывается, здесь была лестница. Вот я, конечно, вообще. Но я уже сломал здесь проход. Давайте все-таки пройдем все честно. Ага. А рычаг-то не рабочий. Вы мне какую-то ерунду подсунули, смотрите. Я вот поставил рычаг, он не открывает дверь. Ладно, пройдем отсюда, как мы и хотели. Так, иди сюда, сиреноголовый, давай с тобой подеремся. Отлично, с ним справились. Что за вообще комнаты такие непонятные? Еще один сиреноголовый? Вы тут что, этого, клонируете себя, что ли? Откуда вас так много? Еще один? Ладно, здесь что, просто склад сиреноголовых? Получай, монстр, отлично. Опа-на, теперь у нас несколько красных. Там суперкот. Так, срочно бежим к нему. Надо быстрее спасать суперкота от злого миньона. Отлично, один из миньонов Экзи побежден, еще один остался. На тебе, монстр, отлично. Ребята, он, смотрите, он застрял в паутине. А что ты мне сделаешь? Ну все, все, да, навсегда здесь останешься. Теперь будешь сидеть и жить в паутине, понял, да? Ты мне ничего не сделал. А, стоп, подождите, он выбрался. Ладно, давай, получай. Так, наверное, спасем все-таки мы суперкота. Обязательно, конечно же. Привет, суперкот. Да, здорово, зомбак. Давненько я тебя тут жду. Я уж на...
этот, не надеялся, что ты ко мне придешь. Как это не надеялся? Я же сказал, что я вас обязательно спасу. Такс, у тебя тут какие-то радужные руда? Мне это не надо. Ладно, пока, суперкот, я пошел в этот портал. Возвращаемся, ребяточки, обратно. Вот такой вот у нас видосик получился. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если понравились круглые ямы. С вами был Замбак. И до новых встреч. Всем пока-пока.